Во вторник днем на перекрестке проспекта Строителей и улицы Маршала Василевского произошло ДТП с участием велосипедиста. 15-летний подросток с ссадинами и ушибами доставлен в детский травмпункт. По словам очевидцев, ребенок ехал на велосипеде по тротуару и решил пересечь пешеходный переход, но угодил под колеса иномарки. От удара у машины разбито лобовое стекло и помято левое переднее крыло. Кто стал виновником ДТП, установит следствие. Со слов водителя, он двигался с очень небольшой скоростью. С левой стороны ходом к проспекту Строителей стоял автомобиль. Он посмотрел, велосипедист двигался по тротуару, увидел велосипедиста, но он не мог предположить, что он выйдет на большой скорости на пешеходный переход. Необходимо отметить, что велосипед – это транспортное средство, а движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещается.